Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Tenna от производителя Eco. Это коллекция точечных резных светильников из серии профессионального освещения. Прилагаются светильники двух размеров, есть диаметр 21,5 см и 16,5 см. При этом они разной мощности. И обе эти модели могут быть как с теплым цветом сечения, так и с нейтральным. У меня модель диаметром 21,5 см. Светильник из металла, белого матового цвета. Рассеиватель здесь из матового акрила. Источник света у светильника светодиодный LED-модуль, так как группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 21 Вт, а выдает около 200. Компания Eco предоставляет гарантию на свой LED-модуль 5 лет, поэтому в течение этого срока вы можете обратиться к нам, как к продавцу, для замены данного модуля в случае, если он выйдет из строя. Включенным выглядит он вот так. Очень мощный поток света. Такой светильник не всегда подойдет в качестве бытового освещения, не в любую комнату. Размеры у него, как для резного, довольно большие, мощность тоже высокая, именно поэтому он относится к профессиональному освещению. Если, допустим, вам нужно осветить какую-то торговую площадку, или там могут быть технические помещения с высоким потолком, тогда это то, что вам нужно. Но если вы просто любите очень яркое освещение в жилой комнате, квартиры или дома, тогда это тоже будет в самый раз. Цвет сечения, кстати, в данном случае нейтральный, в кельвинах это 4000. Так как светильник врезной, то для его монтажа в потолке необходимо будет делать отверстие. Отверстие должно быть диаметром 20 сантиметров. А глубина посадки у него составляет 11 сантиметров. И есть две монтажные лапки, которые удерживают его на потолке. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.